Вот я говорю, что я даже удивлена, что у нас есть такие места в городе. Замечательная семья, состоящая из трех женщин. Бабушки, мамочки, вот она такая стройная и красивая идет. И сестры, которая очень хочет замуж и поэтому не очень помогает. И вот он, Илюша. Илюша родился с пороком сердца. Когда ему исполнилось 7 месяцев, ему сделали операцию. Либо под действием наркоза, либо из-за неправильного действия врачей, Илюша парализовала полностью. И только усилиями бабушки и мамы этот ребенок на сегодня развитый и готовится идти в первый класс. Он умело правой ручкой, потому что левая не двигается, нажимает на кнопочки пульта. Вы посмотрите, какие у него осознанные глазки. Он даже рассказал нам все. Вот видите, мама помогает, а он рассказывает нам стихотворение. Мы практически его поняли. Мы привезли ему австрийские пазлы деревянные. И вот это все он сложил сам буквально за те 5 минут, пока Маечка, мама Илюши, нас угощала. Вот что касается Илюши. Вы знаете, такой огромный труд эти две женщины сотворяют. У них дома своеобразный иконостас, потому что они веруют в чудо. А самое главное, что знают, что только они смогут помочь. Илюшка идет в этом году в первый класс. Конечно, учителя будут приходить к нему на дом, но как туда добраться, неизвестно ни одному человеку. Видите, у него действует только правая рука, но он все хорошо понимает. Он так радовался всему, что происходило. Он реагировал на нас, на камеру. Он показывал маме свое маленькое достижение. Это мама Майя. Она тоже очень молода. И она безумно любит своего Илюшу.